По приказу министра по гражданской обороне и МЧС России Владимира Пучкова на территории всех регионов страны проводятся учения гарнизонов пожарной охраны. Огнеборцы демонстрируют время приезда на вызов, координируют действия персонала, на скорость подготавливают оборудование. В черте города с момента реагирования до момента прибытия может пройти не более 10 минут. Сегодня профессиональные навыки пожарные отрабатывали в бывшем НИИ медицины и труда. У нас сейчас проводится эвакуация во всех учреждениях здравоохранения, соцзащиты. И получается, на этой неделе мы проводим на всех объектах. Это то есть действия персонала, то есть время ихнее, как они себя ведут во время, если возникновение будет в случае пожара. Подобные профилактические мероприятия уже прошли в школах к началу учебного года. А ближе к новогодним праздникам учебные эвакуации пройдут в крупных торговых центрах и дворцах культуры.